Группа «Поляна» с новой программой «Донечка» в виниле электрической программы выступает 18 июля в саунд-кафе «Лады». Добро пожаловать. Будет чудесный вечер музыки и поэзии. И, конечно, рок-н-ролла. Шел последний год этой страшной войны. Люди не любили, да и пылили это мы. Солнце закрывали урожаем пуль. Кончился январь, начался июль. Стоны не спеша открывали день. Надоевшим маршем торжества идей. Скромный деревень, пепел городов. Нету больше сил, закрывался сон. Нету больше зла, нету больше звезд. Только острова сломанных берез. Только океан боя и тоски. Нету больше зла, все не унести. Враг больше не враг, стало все равно. Не летят орлы, прокито вино. Так обычно смерть сталые ручьи. Кровь на зубах, черствые харчи. Что это за зло, что сподвигло лезть за чужой плетень? Как теперь смотреть на глаза детей? О последних днях помолись, брат. Обернется вам сторица и сто крат. Все наше ура, весь этот парад. Научили жить, окунулись в ад. Больше никогда. Спасибо, друзья.